Тьмы, известные всякими легендами и старинными капищами, есть лес, где растут интересные деревья. Практически рога дьявола, как называют. Смотрите, странное дерево. К сожалению, один из суков сейчас справа обломан. Раньше годом более так более выделялся, более яркий. Одна сосна на два ствола разделилась. А каждый створ опять подпорно в виде каких-то, наверное, буйволиных рогов или рога дьявола, как называют. Вот такое странное дерево есть у нас на берегу Витьмы. К сожалению, ветер поломал правой ветки. Сейчас оно не так смотрится, как было раньше. А раньше, по-моему, видно было, что такие рога или трезубцы торчат. Вон это обломок валяется. Одно дерево, корень один, видите, а ствол раздвоился. После они расстраиваются, превращаются в трезубцы. Вот такие места. Это интересное. Тут же недалеко старинный бункер находится. И фортификация на берегу. Жаль, что на руки остался объект. Вот такие у нас чертовы рога, буйволиные рога. Трезубец дьявола, по-всякому называют.